Всех приветствую, друзья! В этом видеоролике экипаж моего отряда примет участие в операции под кодовым названием «Начало конца» на танке М4А3 «Шерман». В этом бою командование американских сил в свое распоряжение получит 91 человека, а также 3 танка «Шерман». Оппонент наш, вермахт, противопоставит 45 человек и 2 противотанковых орудия «Хедзер». Конечной целью нашего наступления на данном участке фронта станут немецкие военные объекты в черте населенного пункта Невель. Атака нашей стороны главным образом будет проходить с северного направления. Присутствует у нас 2 взвода, которые перед непосредственно самим процессом наступления должны будут выйти на исполнительные позиции. По достижению пехотными соединениями красных квадратов поступит радиокоманда, после которой первый и второй взвод перейдут в атаку и начнут входить в населенный пункт западного направления. Наши танки все это время будут действовать с первым взводом и, небольшой спойлер, возьмут на себя главную роль в штурме населенного пункта. Поэтому смотрите до конца, поверьте, будет очень интересно и зрелищно. Мы в колонии последние или какие? Ну, третий я танк, должно быть второй. Вон, едут сзади. Просто стой, Вовчик, стой пока. Вовчик, стой пока, говорю. Да я это, в бок отъехать. Они вылезли из люков. Первоначальная разведка местности была проведена пехотными взводами. Мы на танках стояли немного позади, чтобы, знаете, случайно не подставиться под огонь Хедзера. Ну теперь, когда пехота все проверила, танки наши выдвигаются на территорию красного квадрата, где уже находится первый взвод. Местность здесь довольно специфическая, можно заметить, что везде растут фирменные кусты, за которыми, например, наши танки видно относительно неплохо, а вот противник свои противотанковые орудия может спрятать довольно легко. Чаешь, кто входа вы говорит? Сейчас правее или восточнее? Давай, это, сдавай на юг сейчас ровно. Там заборчик, он может за заборчиком. Да, давай за забор на 165. Один хер дорогу не увидим. Так, хоть за забором скроемся. Впереди под забором сидит немало пехотинцев, а это означает, что мы добрались до красного квадрата, где уже находится первый взвод. Отсюда неплохо видно дорогу, идущую на запад от Невеля, где наше командование предполагает местонахождение хедзеров. Тут это. Вовчик, стой. Развернись лбом на... Да. Вот так. Джумба, выйди, я тебе покажу на карте, где противник сидит в таком доме. Джумба, выйди. Давай. Где? Смотри сюда. Вот тут вот противник сидит. А его видно отсюда? Противник. Если его снесете, будет заебись. А его видно? Дом этот отсюда видно? На 165? А, его видно вот слева от наших домов. Это слева от желтого дома видно. Угу, понял, спасибо. Так, давай назад. Скажу, где? Скажи ему координаты 026, 028. Дома там противник. Так, подожди. Правильно едем. Аккуратно. Попросил аккуратно посмотреть, что там на востоке за херня. Тварь, блядь. Там кто-то стреляет. Заряди фугас заряди. Сейчас. Да у меня над головой пролетело, блядь. А ну это, высунься кого. Фугас заряжен. Послушай. Какой танк ты пролетел? 3 фугаса, меняем позицию. Отойди. Так, 1200 стреляю. Отойди. Давай, надо заряжать. 1200, ладно. Это что, пошло 1200? Отсюда, я в принципе, и город видно, ратуша. Попал, давай еще. Да, левее, давай.
Зарядил еще один. Давай еще. Есть. Давай еще снаряд, и надо закатываться. Сейчас давай два еще дадим. Мы до этого не туда кинули. Там мы тут нормально стоим. По желтому дому двухэтажному отработать. Который забором играл. Джедай, ты мне фугас? А, да, фугас. Другой танк какой-то стрелял. Нет, Гамбл, он, кстати, показал дом, ему тоже не забудет работать. Я его отсюда не вижу. А, вижу. Если поближе к набору подъедешь, то увидишь. Бля, боюсь пехоту задеть. Ну давай он, на юго-восток. Он справа от милитари кемпа, где бараки длинные. Угу, давай правее на юго-восток. Фугас, поехали? Правее, да. Смотри, пехоту только не подави. Левее, левее, левее. Стой, левее давай. Мы выкатываемся отрабатывать. Давай на 150, едь. На 150, Ован. На пехоту передаю. Ну чё, едь, нормально. Давай, побыстрее. Так, назад, давай. За дом. Только с задницей сдавай. Чё, вот так сдавай, да, нормально. Сдавай. 120 дерева упало, я не знаю, куда бы высунулся, 120 упало дерево. Да, нормально, откатились. Можешь по тому дому работать, закрыть этот юго-запад, юго-восток. Другой танк работает по хедзеру, что ли? Спроси, если кто-то хедзер видел. Нет, не видит никто. Стреляет откуда-то 120, Шерман, откатываешься, 120. Он оттуда стреляет, я только что трассер видел. На карте показать можешь? После того, как мы по одной цели, на которую у нас был приказ, отстрелялись, вы могли слышать, что по нашему танку, судя по всему, было попадание из противотанкового орудия. Ну, броня выдержала, судя по всему, попадание пришлось куда-то в район башни. Я так думаю, что Хедзер находится действительно на той дороге, что идет на запад от Невеля. Но мы выкатываемся еще раз, так как пехота, что здесь находится, доложила нам о местоположении противника в одном из домов города Невеля. Видно что? Да, видно, стой. Заряжен фугас. Дерево бы свалил, ну ладно. Что, фугасы? Давай фугасы пока. Блять, чё ж такой недолёт дикий, а? Зарядил. Зарядил. Хедзер обнаружили. Я. Не знаю. У нас танкисты бегают, походу, видели. Южная копа. Нет, они говорили без урона. Зарядил. Самая южная метка и окопы два хедзера. Какие самая южная метка? Самая южная метка, которая окопы. Ага, черная, да. Самая южная. Говорят, выкатывайте, уничтожайте их. Танки. Это общий приказ, пока по танковой не дублируют. Я не вижу эти окопы. Зарядил. Да, юго копов сказали. Заряжено. Так, разряди, давай, наверное, под калибр. Они пока работают по пехоте хедзера. Выйди, покажу, где хедзер. Заряжен под калибр. Так, Коба, иди выйди. Иди, пускай он тебе покажет. Коба, выйди, пускай покажет тебе. Сейчас тогда не едет. Отстрелялись мы по тем целям, что давала нам пехота, но пришла новость более приоритетная. Один из командиров пехотных отделений, которому, кстати, большое спасибо, он хотя бы наводил танки, обнаружил хедзеры и подозвал нашего командира. Командир сейчас посмотрит, где находятся эти противотанковые орудия, и потом подскажет мне. Мы выкатимся и попытаемся их уничтожить. Вот сейчас туда прилетит, обидно будет. Да, все. Так, а что там, что за перестрелка идет? Где сожгли? Там он горит прям. Хедзер горит. Танк горят, уничтожили. Нет. Я не знаю, хрен его. Наш танк уничтожили. Сейчас, подождите, я запрошу тихо. Это наш танк сейчас уничтожили? Принято, ТТ переворачивает просто. Чё хуй знает, блядь, наш не наш. Один хедзер сожгли. А чё за танк горит? Не наш. Понял.
А где этот хедзер стоял? Видно было? Он отъехал, Джамба. Он отъехал. Он оттуда уехал. Давай выкатимся туда, на тот угол. Только передом сразу. Да. Бортом ни в коем случае ёбнет. В общем, пока у нас были всевозможные телодвижения в районе позиции первого взвода, второй взвод уже покинул свою исполнительную позицию и двинулся в сторону населенного пункта. По пути, действительно, на дороге, что уходило на запад от Невеля, были замечены два противотанковых орудия, с которыми пехота, я так понимаю, решила разобраться с собственными силами. Выкатили здесь два других наших танка, насколько они видели эти хедзеры, я не знаю, хотя вот здесь вроде даже есть попадание по второму вот хедзеру. Первый сожгли прямо на дороге, наверное, сожгла пехота, у них были гранатометы «Базука», которые, в принципе, технику шьют очень даже неплохо. В атаку здесь уже пошел первый наш взвод, и наш танк выехал следом за ними. В городе немецкие силы довольно многочисленные остались, толком не понесли потерь, и нам предстоит довольно кровопролитный, судя по всему, штурм города. В общем, давайте смотреть, как уже непосредственно наши танки будут входить в город. Так, я прячусь там. А ну, остановись. А, стой. Какой танк тоже. Нихера не видно вообще. Фугас заряжен. Фугас заряжен. Угу. На дороге перебегают на камп. Чё? Ориентир взрыв, пехота такими. А, стой. Вижу их, бля. А кто сейчас с пулемета стреляет? Я. Давай, я сейчас стреляю. Нахер ты стреляешь, сказал же не стрелять, блядь. Фугас заряжен. Лео, не стреляй, блядь. А куда? Что тебе делать, блядь? Да не стреляй, тебе сказали, блядь, по радио только что сказали, не стрелять, я тебе сказал, блядь, не стреляй. Радио ничего не говорит. Блядь, может я слышал? Заряжен фугас. Я перелетел. Сервер опять заряжен фугас. Ну смотри, танки стреляют. Кто, блядь, стреляет? Да, стреляют, слева стреляют, танки стреляют. Кто он только что, блядь, сказал, пацаны, не стреляйте, или мы сейчас чё, поиграем? Ладно, тихо. Заряжен фугас. Вперед, давай. Я тоже тут сижу, нихера, как бы в один триплекс смотрю, да. Стой. Наши у стен, все, не стреляй. Ага, все, погнали вперед. За нашим танком? Ну да. Уничтожив хедзеры, огневой мощью наших танков, удалось оперативно вынудить фрицев отступить с окраин города ближе к центру. Они быстро сообразили, что ничего не сделают нам на дистанции, и перешли к тактике, скажем так, уличных боев. У них есть панзерфаусты, которые с легкостью также подрывают нашу технику. Успеем до конца игры выстрелить. Тут им заборная самотека. У стен немцы, осторожно. Ну, за стены. Тут наша пехота. Подходит своя пехота. Давай, поднимайся наверх. Тут везде своя пехота уже. Ух ты, где? Гранат разбил. Давай, давай, давай. Да. Как он выжил? Ломай забор. Прилет какой-то был мощный. Да, я тоже слышал. Ну, скорее всего, танк стрелял. Блин, тут хедзер прямо перед нами стоял, ты прикинь, по-моему. А, не, или это этот Кубельваген, блядь, или как он там. 165, Кубелев. Да, да. Все? Да. А, за грузовик. Это грузовик взорвали. Давай, на 165. По-моему, по танку рядом стреляют, который с нами крутится. Нет, нет. Фугас. Разрешил фугас. Не надо, не надо. Не разряжаем, мы бьем далеко, нормально. Не достанет. Принял, зарядил. Сказали не стрелять фугасом. Давай на 150. Тут перед нами кто-то бегает, по-моему. Пехота наша стреляет. Тихо, 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 стой.
Ладно, поехали, погнали, они не орут. Смотри, свой танк впереди, не въебимся. Да. На дороге немец, говорят, в сторону. Немец 105 перебегал влево с панцерфаустом. Ага. Вот лево, простреливай, сейчас пусти. Дай в кусты перед собой, Джамбо, фугас. Фугас заряжен. Так точно, сейчас дадим. Говорят, да. Прямо перед нами вот в кусты дай. На 105 видели панцерфауст. Урода. Фугас заряжен. Давай, давай, ломаем. Вот тут стой, тут как раз это, блядь, сетка. Антикумулятивная. А? А, да, антикумулятивная, да. Сетка. Блядь, снизу от 500. Джамбо, говорят, в городе смота наша, не стреляй фугасом. Зарядил фугас. Разрядить? Не, не надо, нормально, едь. Я бью там, где нет против... нет свой. Вперед, давай. На 80 желтый дом, вот чуть-чуть левее, по-моему, там оттуда трассер шел. Да, да, да. Зарядил фугас. Да, да, вон. Зарядил фугас. Справа граната, где-то рядом враг. Давай вперед. Прям в упор взорвались. Бля, да, справа наших что-то глушит нормально-то. И еще, немец еще ближе, да. Потому что там метров на 20 правее взорвались. Ага, походу. Повтори. Ничего, ничего. Едем вперед, в город медленно. Блять, близко глубоко. Вперед. Фугас заряжен. Давай. Вперед, давай. Слева что-то долбануло. Стой, стой, стой. Я, блять, кого-то вижу справа. Непонятные какие-то личности. Я вообще не могу понять, кто это. Да я не понимаю, они по нам, по-моему, стреляют прям рядышком. Нет, это граната, граната, граната. Блять, это ебучие экипажники. И там немец, блять. Фугас заряжен. Давай. Тыл в боку сидит. Я добил нашего, блять, экипажника случайно. Давай еще. Чувствую, мы сейчас тут тимкиллов наделаем. Фугас заряжен. Да нормально. И он уже был мертвый к тому моменту, как я стрелял. Из желтого дома, сука, стреляет. Походу. Бил фашика, бля. Фугас заряжен. У нас один шерман сожгли. Че, бля, не жить там. Пылает. Фугас заряжен. Впереди Джамбо, желтое здание, оттуда трасса летит. Это туда, туда, в него летят. Давай сломаем на юго-восток. На юго-восток. По диагонали вроде летели, ладно. Тут, да, ломай. Аккуратнее, здесь забором кто-то был, по-моему. Да, это труп. Давай вперед. Окей. Видел, он на третьем этаже, на 150. Вы. Фашистен, сдавайтесь. Слева дом, Джаба, слева, да-да-да-да. Вот это, повернее, да? Повернее, левее. Нет, восток, четко восток, второй этаж. Там, да, прием, точно фаши? ТТ прием, слышно. Шлем черный торчит. В городе где, стоим. А вот заехали на 100... за дом, 100 метров. Где-то на 100 такой. Примерно, серое такое здание. Ага, тут аж въеби, прям в здание. Да, видел пару его. Рож. Он сдох. И влево, Джамбо, вот въеби. И в еще он там выглядывал. Второй этаж, вот прям перед нами, по-моему, такое, да, желтое, да, здание. Зарядили, если что. Да-да-да, вот сюда. Рож. Давай еще туда. Да, еще туда для пугас заряжен. Фашистен, сдавайтесь. Веду пропаганду. Лево тупая
подавляет врага. Да, я подавляю здание. Похож на немца очень. Где? Справа, там смотри. Лежит в кустах, да? Где? Не-не-не, он на кустах направо в кусту. Дави его нахуй. Стой! Он на нас показал пальцем и убежал. Заборы просят валить. Давай туда въебу нахер. Принято. Давай еще. Какой газ заряжен? Слева, да, стреляет, по-моему, МГХ. Ой, что-то крикни командирскому танку. Тупо фашек не давил. Включаю. Мы, по-моему, говорим. Я нахуй. Не-не-не, это дым. А, это дым? Джедай, это че? Да я вижу, только дым передо мной было гореть, что ли. Чтобы вы понимали. Штурм города показал, что немцы не готовы сдаваться и продолжат бой. Они уже уничтожили один из наших шерманов, наверное, с панцерфауста, и постреляли немало пехоты. За что мы их стреляли? Да, по-моему, где мы проезжали, там в кустах сидел. Давай правее, Вовчик, ломай эти кусты. Вот где дым кинули, вот там, по-моему, немец и сидел. Но я его не разглядел. Ну, еби туда фугас. Перед нами кто-то пробежал. Это немец. Я, по-моему, долбанул, да, мертвый. Он умер. Да, мертв. Так, зарядил фугас. Вижу, влево в доме. Да, 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 с пулеметом, с пулеметом. Давай, давай, давай. Заряжай еще фугас. Заряжен фугас. Танки работают. Ага, блин, вон он там внутри, сволочь. Прямо ему туда, в хибару. Запрашивают фугас город заряжен. Настойчиво. Куда в город настойчиво? Стоп, стоп, стоп. Едьте в город. Давай, ладно, хрен с ним, поехали. Уже заебал меня. Этого убили мы. Здорово. Стой, 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 я ему сейчас в окно, блин. Убью немца кто-то. Фугас заряжен. Зарядить сразу говорю. Стой. Здание, Джамба. Какое? Здание. Да, впереди? Слева здание желтое. Перевожу пульку. Какое? Вот это же слева? Да, да, крайне слева. Нет, поворачивай еще, поворачивай еще. Еще поворачивай. Вот это? На 200, 285 слева. А, на 285, блин, сейчас. За церковью. Смотри, какой. На второй этаж, там, можешь шевелиться. Наверное. Вот в это здание, блин. Но он у меня на 345 или какой? Поворачивай. Ну, башенка. Вот. Ага, все, понял, это, да, ясно. Давай еще. Заряжена фугас. С каждой комнаты. Принят. Давай, поехали, через церковь помогать защитить. Заряжен фугас. Непонятно, честно. Подожди, а это кто впереди? А, это экипаж, свои, экипаж, свои. Да. Поедь. Ломай заборы, короче, за них. Бокер, ты тут, я? Впереди как раз, кстати, сейчас по дороге видно сгоревший остов Шермана, который подбили с панцерфауста. Представляете, насколько открыто мы для них стояли? Конкретнее, слева, справа. Ага, принял. Я понял. Видел, куда он ударил, но я туда не буду бить. Давай вперед. Погнали вперед. Командирский, стреляй. Победа. Поздравляю. Сейчас посмотрим, сколько мы на тим килли. На ваших экранах финальный штурм населенного пункта. Как вы понимаете, в миссии одержала победу наша сторона, но должен отметить, что далась эта победа очень дорогой ценой. В конце у нас осталось 29 человек, у противника четверо. Действительно, можете парировать мне, сказать, что бои в городе это всегда очень затратно в плане людских ресурсов. Но вы должны понимать, что у немцев фактически не было никакой бронетехники, было очень мало противотанковых средств, и вообще в целом количество нашей пехоты многократно превосходило их количество. Нанесли они в обороне нам потерь больше, чем мы нанесли им в атаке. Должен сказать, что, конечно, танки чувствовали себя в городе как волк в курятнике, но другого и не стоило ожидать, все-таки противотанковых средств, как я уже отмечал до этого, было у немцев не так уж много. Один танк они наш подбили, но по нам даже не прилетело попаданий. По другому танку вот уж не знаю.
Большая часть нашей пехоты слегла в западном районе города, судя по всему, из-за пулевых ранений, из-за осколочных, в общем, принимали их там нормально, видно сейчас на повторе, где конкретно это происходило. Говорили нам, конечно, не стрелять фугасными снарядами, командование говорило, но мы пошли, скажем, вопреки приказу и все-таки стреляли фугасными зарядами. И я думаю, что неспроста, неизвестно, как бы иначе сложилась ситуация. Одного, конечно, мы своего зацепили, но благо, что только одного. Причем не совсем так красиво получилось, как раз убили мы того человека, который наводил нас на пехоту немцев в начале. Поэтому вот так ему, скажем, отплатили неблагородно. На этом, друзья, я вынужден заканчивать. Думаю, что картина теперь у вас исчерпывающая. Обязательно пишите комментарии, оценивайте видео. До скорых встреч!